Здравствуйте, дорогие друзья! До 24 апреля у нас была небольшая надежда, что мы выйдем из карантина и вернемся к прежним стандартам работы проекта. Но, увы, пока бизнес стоит и продаж нет. Я понимаю, что многие сейчас нуждаются в поддержке. Поэтому уже в первых числах мая B2B Jewelry планомерно возобновляет выплаты. В первую очередь свои бонусы начнут получать малоимущие и пенсионеры, а также люди, которые недавно вошли в проект. Уверен, вы со мной согласитесь, что данная категория людей является приоритетом. Вторая новость. Наконец-то мы реализуем идеи, которые были запланированы еще в начале этого года. Мы открываем сеть социальных аптек B2B. Принцип работы этих аптек даст возможность всем участникам проекта приобретать медицинские препараты без добавочной стоимости, то есть по цене производителя. Я считаю, это также станет дополнительной помощью и поддержкой для вас. В этом году мы планируем открыть аптеки B2B в каждом областном и районном центре Украины. Еще хотел добавить касательно общей ситуации проекта. Наши коллективы активно готовятся к открытию магазинов, проходят онлайн-обучение, совершенствуют и повышают свой профессионализм. По возобновлению работы салонов вы увидите и ощутите на себе высокий и качественный уровень сервиса наших магазинов. Кстати, еще одна позитивная новость. После открытия вас приятно удивит обновленный ассортимент уникальных ювелирных изделий из наших новых коллекций, которые мы разработали в период карантина. Друзья, жизнь продолжается. Мы движемся дальше. Я уверен, все будет хорошо. До свидания.